Для приготовления эчпочмака нам понадобится тесто и начинка. Рецепт теста вы можете посмотреть на видео «Булочки для чизбургеров и гамбургеров». Для приготовления начинки для эчпочмака нам понадобится 1,5 кг картофеля, 1 луковица, 800 грамм филе куриных грудок, 4 столовых ложки картофельного крахмала, 1 столовая ложка соли без горки, 1 чайная ложка приправы смесь перцев. Луковицу нарезаем мелкими кубиками. Очищенный картофель нарезаем мелкими кубиками. Филе куриных грудок тоже нарезаем мелкими кубиками. Все складываем в большую емкость. Добавляем картофельный крахмал. Соль. Приправу смесь перцев. Все хорошенько перемешиваем.
Присыпаем стол мукой. Выкладываем готовое дрожжевое тесто. Хорошенько его еще раз вымешиваем. Отрезаем кусок. Раскатываем кусок в небольшую колбаску. И нарезаем на небольшие кусочки. Каждый кусочек формируем в небольшой шар. Каждый полученный кусочек теста раскатываем в небольшую тонкую лепешку. На середину лепешки выкладываем начинку. Края защипываем так, чтобы получился треугольник, а в середине треугольника было небольшое отверстие. Выкладываем полученный эчпочмак в смазанную маслом форму и даем немножечко подняться. Затем смазываем взбитым яйцом. Выпекаем эчпочмак в духовке, разогретой на 180 градусов 40 минут. Когда эчпочмак испекся, даем ему остыть в форме и вынимаем из формы. Можно также есть горячим, кому как нравится. Приятного аппетита!